Но, на мой взгляд, эти две параллельные реальности, они существуют фактически с самого дня основания независимости Республики Молдова. То есть у нас, к огромному сожалению, наше правительство, все правительства, и здесь, я думаю, господин Кику не исключение, господин Дадон, и люди, и народ живут своей параллельной жизнью и мало соприкасаются друг с другом лишь только тогда, когда это необходимо. И, к огромному сожалению, это имеет очень много негативных последствий. Это много имеет негативных последствий, потому что у нас граждане просто не верят банально тем государственным учреждениям, которые должны обеспечивать для граждан поставку тех или иных услуг, должны обеспечивать их безопасность, должны обеспечивать воду, должны обеспечивать конкуренцию. И в результате вот эти взаимоотношения между гражданами и государством деградируют, постоянно деградируют.